Алло? Алло, алло? Как меня слышно? Если меня слышно, пожалуйста, скажите. А вот так вот. Приятного аппетита, Асид. Я не знаю, как твой ник читается. Блин, ну то, что музыку не слышно, это грустно. Блин, тут потише делаю. Да, сегодня камиш решил. Надо его наконец-то доделать. Я еще думала разделить стрим на два стрима. А сначала, типа, вот эту камишку нарисовать с олененком. А потом камишку, трагишку раскрасить. И вот не знаю, либо это сделать на одном стриме, либо вот разделить. Все же попробую твою птичку нарисовать. Я не люблю сдаваться, не люблю проигрывать. Не ожидала, что ее будет так сложно рисовать. Ну да, можно, если я не устану, то порисую. Как тебе, кстати, в новом городе? Как погодка у вас? Ничего, надо будет учиться рисовать птичек. Вот будет мне уроком, что ли. У нас сегодня с утра, ну вот прям с утра, тоже дождь шел. Сейчас пока нормально. Думаю, опять к вечеру дождик будет. И да, что-то тоже душно.
Пипец, как будто мы в одном городе живем. Уже успел где-нибудь походить? Почему это я в невидимке? Я просто Дискорд выключила, чтобы он не нагружал мне комплик. Я когда комп включаю, у меня автоматически диск включается. И вот. Я знала, что стрим запущу, поэтому его выключила. Так вы, получается, то самое. С креветкой, что ли, в этом городе теперь живете? Я вечно забываю, где он живет, если чё. Ну, на старом компе, по крайней мере, он не сильно нагружал. Я не знаю, как на этом, лучше не стоит рисковать. Я не хочу, чтобы падал стрим. А, точно. Извиняюсь. Это Тёма живет в другом городе. А вы скрыли в одном. Так музыку слышно, нет? Вроде показывается, вроде там что-то слышно. Я не уверена. О, а что-то с другого аккаунта. Тигра. С добрым утром тебе. Ну да, можешь. Видаешься с нами со всеми. А, вот как. Блин, так здорово, что теперь задержка такая маленькая, и вы не отвечаете в пару минут. Ну, это хорошо, что ее слышно. Я, кстати, в Скорим, если что, так и не заходила с того раза. Ну, вот как дошли до Вайтрана, и все. Я сижу, жду следующего собрания в игре. Ничего не против. Тигра, как там твоя вишня? Ей получше? Ну, ты ж там в другом городе, наверное, занят, поэтому я пока не трогаю тебя. Типа, как освободишься, там, не знаю, напишешь, и тогда поиграем. Я вообще думал, что ты спишь, какой стрим. Типа, ты же днем дрыхнешь. А чё ты по нам соскучилась? Спасибо еще раз за рисунок. Я не ожидал, что ты нарисуешь. О, ты молодец. А я наоборот его сбила. Я сегодня встала, блин, в 3 часа.
И еще лежала, думала, ну может идем поспать. Не хотелось вставать. Ладно, хорошо. Я буду иметь в виду код. Ну, получилось все равно очень похоже. Чинила. Надо бы его потом залить в альбомы. То с планшетки этого не стало делать. Когда ты, кстати, к стримам вернешься? Ну, можем, кстати, посидеть, да. Заодно можем поиграть в Skyrim, не знаю. Пора спрашивать тебя о всяком. Ну, можно, конечно. Что ты такое спрашиваешь? Или сидишь там у нас? Хорошо. А у нас наоборот ничего не происходит. Ну, во всяком случае, у меня. Потому что я сейчас дома сижу. По некоторым причинам на улицу совсем не выхожу. Но вообще новостей очень много. Если мы в диске соберемся, там, наверное, и это самое, Антоха с Ваньком подползет. Порассказываю тебе страстей. Хорошо, что ты об этом говоришь, а то мы с котом там уже надумали себе всякого. Что ты после того раза теперь не хочешь с нами разговаривать. Типа и все, и ушла. Ну почему, на фотках же ты их видел? Мысленно думали на происходило всякого. А, этот. Ну, типа, мы же поругались в том последнем разе. И ты что-то это самое. Такая, мы письки. И все, не разговаривал с нами. Чё? А? Извиняюсь, меня немножко поломало. Меня Антоха отвлек. А, понятно. Ну, будем ставить с котлом. Микрофон поближе. Привет, Ван-Ван. Ну, я просто сама по себе тихо. У меня в настройках все на максимум стоит. И я не знаю, почему так тихо. Уже все перепробовал, наверное. А, ну, блин, по поводу блога, это самое, лучше в Дискорде это обсуждать.
ну, всякие такие странные вопросы, потому что как-то я боюсь на Твиче. Вам вообще нормально по времени, что я так стримы запускаю, или лучше расписание сделать? А, и кстати, насчет микрофона, у вас звук на два уха или все так же на одно? Это очень важно. А, хорошо тогда. Ты это самое, главное, напиши там себе куда-нибудь. Что ты хотел спросить, это забудешь. Блин, ну без наушников, наверное, так непонятно будет. Как вообще? Потому что в ВК, когда сидели, там была эта проблема непонятная, что все слышали на одно ухо. И потом, когда я сама переслушала, тоже, да, на одно ухо было. Какие у вас вообще планы на день? Чего вы сегодня хотели поделать? Я вот думала за фруктиками сходить после стрима. Не знаю, правда, за какими. Ну, за какими-нибудь. В смысле, что спрашиваю? Ну, говорю, какие планы на день. Вот, спрашиваю. Вот так общайся! У тебя же там вроде столько знакомых. Чего ты ни с кем не общаешься? Ты так и не ответила, когда к стримам вернешься, Тигра. Потому что ты говорила, что у тебя там планшет умер. И ты такая, о, все, пук-пук, не будет стримов. Ну так как у тебя новый комп, то, наверное, ты можешь стримить крутые игры. Нет? Ну а сейчас нормально хоть было слышно. Ну блин, а как же игры? Ты ведь не только рисовашки стримил, но еще и игры. Твой же комп стопудово потянет Майнкрафт. С шейдерами там, с модами. Ну блин, так ты это, настроила. А что делал сегодня вообще? До того, как я стрим запустила. Мы, кстати, можем, когда стрим закончу, в Дискорде попытаться настроить тебе OBS, если хочешь. А, ну хорошо, ладно. Я говорю, после стрима можно попытаться тебе... Сися, что ты делаешь? Сися! Ну что ты делаешь?
Извиняюсь. Короче, ОБС тебе в Дискорде можем настроить. Сися! Чё ты делаешь? Да, сися бунтует. Ну чё ты делаешь? Кошка. Да она... Я не знаю, у меня тут все вроде чисто на столе, а она что-то давай стол облизывать. И к этой, к салфетке прикапываться. Твич не бань, так зовут мою кошку. Почему ты, кстати, своего кота решила назвать Мишней? Как вообще зародилось такое имя? И, кстати, кот, ты будешь заводить кого-нибудь в Томске? Из животных. А, блин, в общаге, наверное, нельзя. Ого, офигеть. В честь кого-то называть котейку. Прикольно. А по каким? Фу, буллинг. Осуждаю. Надо еще буду в Дискорде после стрима разобраться, что не так, блин, с моим микрофоном. Почему меня так тихо слышно? И это какой-то бред. Хотя я еще сама по себе пытаюсь тихо говорить. А зачем ты тогда ему хочешь букет цветов заказать? Если у него в принципе аллергия на цветы, то это очень плохая идея. Вдруг он на тебя заяву накатает. Что ты его пытался убить? Ну, это ты любишь цветы, а он не любит цветы. А. Ну, надеюсь, что у него не аллергия. Слушай, я не знаю, когда ты купишь планшет графический. Привет, Сэнди, Ярик, привет, как твои дела? Хе-хе. А, может быть, ты нам Samsung 4 постримишь? А? 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 Давай.
Или если ты не захочешь ее на стриме стримить, то, может быть, в Дискорде покажешь хотя бы. А, понятно, тогда понимаю. Блин, насчет лагать и лагать, это я не знаю. То, что ты там говорил, уж у тебя мощный комп. Я и подумала. Может, это смотря как настроить ОБС? Хотя я тоже в этом не разбираюсь. И это если смотря, что у нас МС нету кучи модов. Потому что вот третья самса очень сильно лагала, даже без модов. Ничего не случилось, мы с малой обсуждали самсу, симс. Ох, блин, что-то сложное. Ну, вот тогда получается грустно. Так покушай, сходи купи, или сделай сама. Если он есть у вас дома, то приятного аппетита. И ну, тогда получается только купить. Капец, мы недавно, когда ходили за шаурмой, когда я еще писала за растения, решили с Антохой шаурму купить, которую я вот тоже недавно писала. И взяли, короче, две шаурмы размера XXL, короче, очень большие. Она оказалась настолько жирной, ну не жирной, точнее, а большой, что я ее ела в три подхода. А еще решила, что больше не буду брать такого большого размера шаурму и с такой начинкой. Нет, я имею в виду не в один день ее съела, типа в три подхода. А то, что я ее так растянула на три раза в разные дни. Потому что она и так там достаточно плотная оказалась.
Там, блин, внутри и грибы, и картошка фри, и чесночный соус, и курица, и салат, и что-то там еще было. Там, короче, вот куча всего намешанного было. Ну это смотря еще какого она размера. Что ты ее так в два подхода ешь. Он тоже ее, по-моему, то ли в два, то ли в три подхода съел. Он за раз не съедает. Такое большое. Почему? У вас, думаю, какая-то невкусная шаурма лежит, что ли, или что? Не ешь ее, если она невкусная. И вообще шаурму можно самому сделать. Чё, кстати, ты к соседям поселился в этом, в общаге, или ты один там в комнате? Блин, проготовить это очень жизненно. Ну ладно. Просто ты сидишь, ничего особо не рассказываешь. Вот мне интересно, чего у тебя поспрашивать. Ты решил все на потом оставить. О, да, в Красноярске очень тепло. Намного теплее, чем у нас в старом городе. Тут даже в майке можно выходить, и в шлепках, и может быть даже в шортах. В старом городе, блин, такая погода — это вообще редкость, чтобы в таком выйти. Как раз когда кот окончит свою учебу. Приезжай, будем все в одном городе тусить. По поводу того, заселился ты там с кем-нибудь или нет, наверное, ты только в ЛС писал, потому что в Дискорд я сейчас особо не захожу, не читаю и не знаю. Поэтому вот. Но если ты писал, то ладно. Я потом тогда почитаю. А. У меня, кстати, помимо микрофона есть еще одна проблема. Моя кошка никак не приучивается к когтеточке, я не знаю, что делать. Мы уже даже пшикалку ей специальную купили, чтобы она к ней приучилась. Она только играется на ней, но когти не точит. ВЛС ты, наверное, писал про Тёму, потому что я помню, что я это спрашивала. И вроде все. Нет, она в принципе сейчас ничего не дерет, потому что мы ее ругаем. То, что она пытается диван или обои подереть, и мы такие: нет, не делай этого.
Она, короче, сейчас когти в принципе не точит вообще, ни об чём. Ну и когти сами мы не стрижем. Поэтому я не знаю, что вообще делать. Может их удалить ей? Мне кажется, она спасибо нам за это не скажет. Ну, прикольно. Буду жить с подружкой. Я читаю, просто не сразу. Не надо меня ругать. Не то, что я читать не умею, не люблю. Блин, сейчас. Че, выключено, что ли? Нет, не выключено. Странно тогда. Сейчас вон момента, подождите. А, ничего. Ну ладно, все хорошо тогда. Обратно все настроим. Блин, мне кажется, когда кошке подстрижешь когти, это наоборот еще хуже, потому что она их не подточит, и они вот такие вот обрезанные, и там еще. Короче, это как самому ногти подстричь, а потом пытаться себя почесать. Наверное, это вообще ужас. Так я ж тебе вроде ответила про Тома с One Piece. Сразу одним сообщением. Разве нет? Хотя я могла как обычно забыть. Я типа такая захожу, ну когда вот уже отвечаивался, перечитываю вообще все, а потом отвечаю сразу одним сообщением на все. Фу, ореховый соус. Даже не представляю, какой он на вкус. Это ты шаурму с ореховым соусом решила заточить? Да, и приятного аппетита тебе еще раз. Шесть. Жесть, ну извини. У меня память не бум-бум. Капец, ты меня, наверное, за это уже проклянуть успел. Блин, извини. Ну правда, извини. Нифига себе. Вот это тайминг.
Это как это знаешь, это Почта России. А, блин, и раз у тебя хороший комплекс сейчас, ну, то может быть у тебя и Майнкрафт с модами потянет. Что, типа, когда я буду стримы по Майнкрафту устраивать, типа, брать тебя с нами. Ну, когда мы будем с котом играть, брать тебя еще. То я что-то совсем забыл, что у тебя комп тол. Говорю, если у тебя мощный комп, то может быть тебя брать с нами на стримы по Майнкрафту, когда мы с котом будем играть. С той нашей старой сборкой. Потому что у нас на старую сборку есть планы. Куда сходить, что поделать. Я могу скинуть сборку, в принципе, если ни у кого она не осталась. У меня она осталась, я ее перевезла на старый комп, на новый. Поэтому, если хотите, я вам все сброшу. Блин, а чё, получается, что, кот, у тебя наш сервак утерян, что ли? А, блин, нет, не утерян. У тебя же старый комп ты проведёшь, ё-моё. Ну вот. Тогда все в порядке, сможем сбросить тебе все. Ой. У меня, кстати, такая cool story сегодня ночью случилась. Просто жесть. Скримак словил ночью. Хотите, расскажу? О, я сейчас пока ничего не смотрю. Я все пытаюсь досмотреть сериал «Бесстыжие». Я там на 8-м сезоне остановилась. Какой там? По-моему, 4-й или 5-й серии. Или вообще 6-й. И вот и все. А ты что-нибудь смотришь сейчас? И досмотрела ли сериал «Бесстыжие»? Если досмотрела, то не спойлери мне, пожалуйста.
Ну да, вышло там наконец-то Беренджиш и Варден, и лягушки вышли. Я бы хотела на этой версии еще поиграть, но, наверное, там модов еще пока что нету. Каких-то интересных. Нифига, что ты смотришь? Приятного просмотра тебе. Мы с Антохой тут еще вчера хихекали. Я ему говорю, что делать, когда хочется посмотреть Наруто, но не хочется смотреть его полностью. Типа, как это, до момента второго сезона, когда вот этот Шипудон пошел, когда они уже взрослыми стали. Нравились только вот сезон, где они мелкими были. А, этот, насчет истории. Да я что-то сегодня такая проснулась в 4 утра. У меня же ж этот... Я вам фотку кидала в блог, где я перед зеркалом большим стою. Я вот, короче, сплю на этой половинке. Просыпаюсь, включаю планшетку. Ну, ярко, чтобы вот все видно было, чтобы одеться. И, короче, поворачиваюсь к зеркалу, и вот все прекрасно видно, все мое тело, а лицо чисто такое черное, причерное, и я, блин, такой скримак словил, мне так плохо стало. Просто такая на шухере все быстрее схватила и убежала. Не слышала о таком сериале. Блин, тоже какого-нибудь старья хочется пересмотреть. Ну, это пост, где я, по-моему, еще уточек кидала. Я там, типа, в серых лосинах стою. И в кепочке. Типа, йоу, пошла гулять. Там вот фотка перед большим зеркалом. Ну, блин, ты сравнила отчаянных домохозяек, блин, и сериал «Бесстыжие». Так зелень пахнет из окна. А-а-а, классно. Все никак нарадоваться не могу. А у вас пахнет зеленью из окна? По-моему, это было то ли в 7-м сезоне, то ли в 8-м. Да, я помню. Да, по-моему, это было в 7-м сезоне, когда половина сезона на нем держалась. Очень классный сезон выдался. Спасибо, кот. Ну, про запахи я знаю. Я их тоже плохо чувствую, но иногда что-то такое пробивается. Так хорошо становится.
то, что ты там написал приятности. Благодарила. Пупсов? Каких пупсов? А чё за вопрос был? Темнокожий? Ой, блин, Твич, извини. В смысле ударил? Он же там его в одной серии убил, вроде, отомстил за велик. Они в среду уедут. Вроде в среду. А чё? Чё за вопрос? Зачем тебе? Понятно. Ну да, это неприятный момент был очень. Считаю, очень странный поступок с его стороны. Вот там и так, считай, все свое детство просидел в тюряшке. И потом такой вышел и снова фигню сотворил. Ну чё за, блин, человек. Причем за велик. А еще обидно за девушку Карла. Я вообще не ожидала, что она такой, это самое, так поступит с ним. Типа, чё, я думал, блин, у них долгие отношения будут. Да нормально я буду одна, ну чё вы, а? У меня тут... Все рядом с домом. Не потеряюсь. Ну, я знаю за причину. Типа это принципы или что получается? Мне она сначала показалась вообще такой, типа, знаешь, клише из аниме. Пай девочка. А оказалось, совсем не пай девочка. Еще и Карл обманывал. Фу. Все хорошо будет, не переживай, кот. Я буду отписываться там где-нибудь в блоге или в дискорде. Мы еще этот с Антохой хихекали. Типа буду это самое, когда в магазин буду идти, буду писать, типа, всё, я пошла в магазин. И если я не вернусь там через какое-то время вызывать полицию или что-то такое, мы что-то за того так похихекали. Да, согласна. Карл самый лучший персонаж. Самый адекватный, что ли. Да, пожалуйста. Я, может, твою птичку, когда наскетчу, может, даже это самое, постримлю ее, порисую на стриме, если хочешь. И, кстати, про черевную карточку я не забыла. Блин, это точно. Он в этих самых начальных сезонах такой придурочный был, если честно.
Нет, не майнкрафтовскую. Майнкрафтовскую мы будем вместе выполнять. Но это опять же, если ты хочешь. Я про карточку с этими, с вайфу, которую мы обсуждали еще когда в слаймов играли. И эту самую, по играм. Все ясно, малой нравятся хулиганы. Так и запишем. Хорошо. Ну, почти. Тянут еще лайнить. Я не знаю, видела ли ты, когда только пришла на стрим, я еще говорила, что помимо вот этой работы, сейчас я сохраню только. Я покажу. Сохранить. Это самое, где? Хотим еще вот этот рисунок раскрасить. После пиксельной камешки. Это если и успеем. Точнее, если я не устану. Это название той химической чиселки или чего, я не помню просто, как она называется. Ну а чё ж вот так это самое тщательно не промываете все потом по второму кругу? Ну вот, я опять в лайне запуталась. Капец, прокусил пакетик, так тогда вы это прям убирайте куда-нибудь, я не знаю. Такие вещи. А, вроде ничего не говорила. Мы обсуждали рисунки с малой и вот котов. Блин, странный кот у тебя, дурашка. Ну,
Ну, это да. Главное, чтобы он вылечился. Я же рассказывала, что я тестовый стрим запускала. Но это даже стримом не назвать. Просто посмотреть, будет ли задержка на Твиче большая. И как оно в принципе работает. Типа как включается, как выключается стрим. Вот. Блин, жалко, что я вам даже на фон не могу ничего включить. Типа, не музыку, а что-нибудь посмотреть. У меня почему-то в OBS он не хочет выставлять еще какое-нибудь окно тут на фон. Поздравляю! Ты сделала это! Че-то этот еще, помимо ярких мониторов, я же тут говорила недавно за жалюзи, что типа придется там вот ночной режим сделать для того, чтобы рисовать, чтобы темно было. Потому что у меня тут солнце, ну, на нашу сторону выходит. И очень ярко. Мы, короче, плюнули и вообще на мою сторону, где я сижу, повесили эту простынку. Чтобы солнце не светило. И теперь как-то полегче. В смысле, ты на меня посмотришь и поговоришь? О, привет, Майнц. Как твои дела, Майнц? Это ты сейчас только-только проснулся или чё? Что будешь рисовать? Ну да, очень действенно. Ну, прикольно. Ты же покажешь нам потом, что получилось. Если у тебя на рисунок, конечно же. Майнц, а ты вообще стримишь? А то есть-есть, а этого самого группы там стримов чуть не видела. А где ты стримишь? На Ютубе, что ли? Можешь ссылку в ВК кинуть, вот я потом посмотрю. А, хорошо. Ну ты все равно это самое ссылку там, ну, сбрось, э?
Я не могу сделать себя громче, у меня и так все на максимуме стоит. Сделаю себя громче. Ну, ты это там. Выходи из зоны комфорта. Пробуй рисовать что-то новое. А, ну да, точно. Потому что так по памяти сложно говорить, куда что тыкать. Чтобы посмотреть, что не так. Всё, ну хватит, да! Чё вы такие приятности говорите? Спасибо. Вы тоже все красивые. А у компьютерщика никак спросить, в чем может быть проблема? Он там типа скажет, где посмотреть, там, я не знаю. А я там по скриню и все покажу, как у меня чего настройки стоят. Может вообще быть такой вариант, что у меня тупо микрофон накрылся? Я не знаю. Хотя навряд ли. Блин, ну тогда это очень странно. Майнц, успокойся, что с тобой? Хватит! Хватит, я не согласна. Какая хворь небеса. У нас есть хворь небеса. Ой, извиняюсь. Да ё-моё. Не надо. А то я чат выключу. Если тут есть вообще эта функция.
организую вам тут клуб под Халимов. Вот, все, спасибо, спасибо, Нигра. Блин, надеюсь, у меня оповещения нормально работают. Может ли кто-нибудь сейчас, типа, отфоловиться и зафоловиться, чтобы посмотреть, работают ли оповещения? О. Блин, это хорошо, если два уха. Тогда я решил проблему с ушами. Спасибо за это Райдену. Что, ты отписался и подписался? Странно, что у меня оповещение не пришло. Блин, подождите тогда пару сек. Сейчас сохраню ее. Пойду проверю, ну что. Вот так. Сейчас еще пару сек, подождите, пожалуйста. Короче, я не знаю. Ладно. Ладно. Встречаться к стриму. Не надо ко мне подкатывать. Я вас прошу по-братски, не надо этого делать. Фу, что-то жарко становится. Да, так его кот.
кстати, досмотрела аниме Аква? Или ты забросил? Я вот как остановилась там на одной серии, так до сих пор досмотреть не могу. По-моему, на третьем сезоне. Майнс, успокойся, пожалуйста. Что? Кто? Кто это? Спасибо. Спасибо за шекели. Кто это сделал? Жесть. Мой первый донат в Твиче. Дожили. Спасибо большое. О, так это твой донат был, малая. Просто там что-то ник не отобразился, поэтому я не поняла. Там не возникла проблема с отправкой, потому что я вроде бы пыталась настроить, не знаю, как оно работает. А, ну да, это ты знаешь. Спасибо большое. Сколько у вас сил вообще? Всего час. Вроде недолго. Что-то по поводу энергетиков еще. Этот самый. У нас же тут, ну, типа ларек, считаю, магнит у дома стоит. И тут очень дешевые энергетики продают всего за сколько там? За 73 или 80 рублей. Я там их фоткала. Блин, они оба такими невкусными оказались. Дешевые энергетики, невкусные, короче. А чё так горелым пахнет? Блин, подождите пару минут, я отойду. Или подпишу тут ещё. Сейчас приду, подождите.
я на месте. Так, а вы чат на месте? Чат, отзовитесь. Чат. Во, слава богу. Сейчас еще когда дождемся. Да блин, просто я сижу, стримлю, и тут прям резко так горелого запахло. Я сначала подумал, что может у меня комп это самый воспламенился или что, короче. Давай психать и ходить. И муж сказал, что это не горело, а это порох какой-то с улицы. А то я же плохо чувствую запахи, и, блин, мне сложно со своей ноздрёй. Ноздрями. Да, все хорошо. Главное, что это не мы горим. Дети что-то во дворе взрывают. В смысле? В смысле? В смысле не отстанешь? Я не поняла. А по поводу энергетиков, что ты там... А, ладно. Тогда потом отвечу. А то это что ты спрашивал. Тигра, у тебя таких энергетиков нету в городе, которые я показывала? Сейчас кот придет и все по жопе дает за то, что мы их пьем. Ну вот лично у нас в старом городе я таких не видел вообще. Я их только вот у нас тут в магните увидала. Может они только в магнит продают. С возвращением. Куда отходить? А чё, в смысле? В смысле отвалишься? Я думал, ты уже в деревне. Да, энергетики. Я отвечаю сразу на твой вопрос, я, блин, до сих пор пью. Ну как, с переменным успехом. Редко, короче. Блин, из-за того, что у нас тут сегодня дождь шел и... повышенная влажность на улице, у меня нос просто умирает. Надо будет выйти еще пшикалку у нас купить. Ну, сколько можно, сколько нужно, столько и вот. Я же их не каждый день пью. Так что чё ты?
Или это ты малой? Кот против энергетиков. Кот всем по жопе надает. Мы тут еще этот фикс прайс ходили. Я же себе зеркало купила. А оно, короче, оказалось не обычным, а для этих. Для макияжа, короче, или чё. Короче, у него увеличительное стекло. И я что-то в него посмотрелась. И мне так грустно стало. Потому что, блин, там все пупырки видно на лице. А я потом посмотрела и думаю, такая, типа, ё-моё, какая я старая. Какое лицо грязное. А то я же там всякими умывалками и скрабами не пользуюсь. А ты, кстати, малая, пользуешься всякими умывалками для лица? Не, я новые пробую. Старые я не пробую. Я говорю, ты пользуешься умывалками для лица? Ну, типа там, ну вот прям умывалки или эти скрабы, чтобы чистить лицо. Окей, понятно. Я тоже. Да я не пью их. Я, блин, купила два энергетика, когда мы только прилетели. Это было когда там? 2 недели назад. И все. Я их не пью больше. Я вон чаи гоняю всякие. Да ладно, чего стыдного, блин, я такая же. Просто интересно стало, пользуешься ли ты таким. Сейчас будет неждан, если кот всяким таким пользуется. Вот это будет угар вообще. Нет, тут, кстати, в городе вообще какая-то беда с чаями, именно вот в пакетиках. Типа каких-то новых интересных нету. Все только старое, что я пробовала. А если что-то новое пробую, то это прям вот рассыпчатые покупать. Тут только вот рассыпчатых куча. Я вот только рассыпчатый купила. Клубничный. С манго вроде. А потом его зафоткаю. И все. Вот его сейчас пока пью. Короче, тут в городе только рассыпчатый покупать. Вот. Потому что, видимо, в городе не убивается по пакетикам. Вот в Азове с этим вообще проблем не было. Там, блин, всяких разных чаев, как в пакетиках, так и не в пакетиках, блин, вообще куча. Ого. Ну вот, ты уже, считаю, лучше нас с тигрой.
Почему сразу элита? Почему если рассыпчатый, то это элита какая-то? Рассыпчатый и дешевый есть. Блин, ну чё-то я по фоткам не заметила, что у тебя проблемы с лицом есть. Так иди поспи. Заранее добрых снов, если ты спать пойдешь. Блин, что-то я не ожидала, что вы сегодня придете, если честно. Думала, что одна буду сидеть стримить. Может тебе этот, как его, как он там называется, к дерматологу сходить, чтобы посмотреть, что у тебя там с лицом. Это может быть еще возрастное, я не знаю. Надо будет пересмотреть. Надо сесть поудобнее. Монсьеур Треск, привет. С первым сообщением тебе. Жесть. Что надо? К дерматологу сходить или что? А чё, Тигра, это кто-то из твоих знакомых, что ли? Походу, да. Судя по реакции. Подписчик, ясно. Привет, подписчик Тигры. Ты так и не ответил, Кот. Что тебе там надо? Нет, не ворую у тебя подписчиков. Он же не подписался. Уведомления не было, так что ничего я не ворую. Ну ты сказал, что тебе там чего-то надо. Ну пока ты воздержишься от чего-то. Я спросила, чё, и ты молчишь. Кстати, если кто не заметил, то тоже сиська лежит. У
Ого, чё, ты давно, что ли? Ничего себе. Я не знала. Ну ладно. Раз, раз. Привет, ты непроизносимый ник. Буду тебя ТТ называть. А, кот, это ты. Блин, сколько у тебя ников тут вообще? Ну ты сказал, что чё-то воздержишься. Короче, насчет дерматолога ты воздержишься, ясно? Ну, ты смотри, не это самое, не запускай с этим. Кстати, насчет дерматолога, блин. Ой, зачесался. Тоже, типа, меня все Антоха дрючил этим, типа, сходи к дерматологу, потому что у меня тоже были проблемы с кожей, вот на лице и на плечах. И что-то, когда мы в край переехали, у меня все прошло. Ну, лицо, правда, офигевает, но там по другим причинам. А вот руки прошли. Блин, да вообще не говори, тигра. Что там сложно, короче, быть девушкой. Может быть, и после того, как ты переехал в Томск, у тебя тоже все пройдет. В смысле? Чё не так? Ты про чё? Ой, извиняюсь. Кошмар. Я думал, я просто икнул. Нифига ты резко фиолетовым стал. А-а-а! Жесть. Как ты это сделал? А, ну блин, из-за красноармейцев. У меня в их период лицо обсыпает, потом проходит. Чих не прошел. Ё-моё. Ну, блин, понимаю, тигра. Мне так же. А кот говорит, что мы чистюли. Ага, конечно. Вот мы какие чистюли. Не следим за собой вообще. О, да, он чистюля еще у винта. Да вообще, самая жесткая чистюля в нашей банде.
Я вот с этим он бы с тобой поспорил насчет качка. Он тебя таковым не считает. Взял всю контору, свалил. Блин, чё так долго лаять? Чё так много? Уже, блин, полтора часа лаем. What the fuck? Я ему это обязательно передам. Хотя я ему и так постоянно, блин, рассказываю, что ты там про него говоришь. О чем не подумал, что я ему передам или что? Ты постоянно о нас это самое говоришь, спрашиваешь. Типа, в этом нет ничего плохого. Да ладно, все же хорошо. Чё ты? Хорошо, мы поживаем. Страсти кипят целый, это самое, каждый день. Причем очень орные страсти. Касаемо типа нашей работы, там вообще ображаться можно. Ну, это я в Дискорде расскажу. Не думаю, что на Твиче стоит такое рассказывать. Ну вот, потом, после стрима расскажу, Такое только в диске рассказывать. Ой, моя внутренняя шаба вырывается наружу.
дневник. Блин, наверное, все же придется стрим на две части делить. Потому что мне очень в Дискорде хочется посидеть. Чё кричишь? Что случилось? Нормально там все? Понятно. Не на стриме, а в Дискорде. Или ты про Майнкрафт спрашиваешь? Если про Майнкрафт, то получается втроем. Ну и в Дискорде тоже втроем, если она не уснет. Ты чё, я тут на скетчу, непонятно ничего. А, ну, блин, ну получается, да, потому что тут три человека сидят. На стриме. Сися, походу, меня опять потеряла. Ходи, что-то мяукает. Ну да, она что-то мявкнула жалобно. Видимо, меня потеряла. Либо дверь в туалет закрыли. Кстати, тигра, ты через 4 года, когда поедешь в край, ты будешь брать с собой вишню? А, в смысле, ты про потом, что ли, спрашиваешь, притащить, показать? Или чё, я не очень поняла твоего сообщения. Б.
Блин, а чё вы его к лотку не приучаете? Можно же пшикалку купить. Для лотка. Пшикнуть в лоток. Ему показать, и вот, и приучится. Ну, я не знаю, не может со своего компа там зайду. А вы его с детства пробовали приучать или как? Может, ему наполнитель не нравится? Вообще, просто прям вот все советуют пшикалки для лотков. Блин, что за бред? Вы его это стерилизуете тогда, что ли? Я не знаю. Какой-то, блин, плохой кот. Невоспитанный. Воспитывать же надо. Ну и кот. Мы это самое, когда сиську взяли, у нас тоже, блин, приручение смешно приходило. Мы ее, короче, даже тазиком накрывали, чтобы она пасала в лотке. Когда она, ну вот прям вот в лоток ее садили, тазиком закрывали, мол, типа, ну давай, ну пасы уже в лоток. Вот, ничего не помогало вообще, сколько бы ни сидели. А потом мы просто пшикалку купили, вот эту вот специальную, попшикали, напоили ее, короче, и это самое. Ну, водичка просто. И все, она сходила в лоток. Причем сразу же. И у нее, кстати, походу, с детства осталась эта травма. По поводу вот этого вот накрывания, что когда мы ее отругаем или еще что-нибудь, она сразу же бежит в лоток гадить. Такая, у меня отругали, пойду насру в лоток. Не знаю, может, у всех котов так. Котиков. Что за птицы? Что это? А, ну ладно. Ты главное запиши, чтоб не забыть. Так иди в диск, поболтай с котом. Ну или со своими ребятами там. Окей. Какой беззвучный их был кек.
Я, кстати, так и посмотрела тот видос по Скайриму, который ты кидал код, типа пройти Скайрим без ног. Пипец, вот это ор вообще. Ну да. Я его вроде еще в тот момент посмотрела, просто не досмотрела. А потом мне в Ютубе на днях видос выпал, где чувак, как это сказать, обозрил, по-моему, сразу три видоса от разных чуваков с такими вот странными смешными челленджами по Скайриму. И там как раз был челлендж, где чувак проходил Скайрим без ног. Вот. Это же, наверное, так долго надо было это проходить. А, жесть. А, и по поводу, опять же, Скайрима, ты когда писал там в комментах, типа, кто-нибудь заметил, ну, вот, гивидос про VR-шлем в Скайриме, где у чувака была курочка, ты еще говорил, что она вроде в шлеме, я вообще сначала подумал, что это как это, блин, типа, курица-чемоданчик, которая, типа, всякие приколюхи таскает. А ты потом сказал, что на ней шлем, и я такая, чего, блин? Я на ней вообще не шлем увидел. Чё ты икаешь? Попей водички. Не икай. Ну или икай, только аккуратно. Почему бурная? Чего сразу бурная это? Нормальная у меня фантазия. В смысле, знаешь, об этом блогере или чё? А то я не понял. Блин, такой человый стрим. Реально. У меня еще и за окном вечерочек и такой приятный вечерний свет. Солнышко. Ясно. Все, я поняла себя. Ох и кот. Ясно.
А чё ты, кстати, не это самое, не записываешь аккаунты с паролями себе куда-нибудь, чтобы не забывать? Игра, что делаешь? Что вообще делаете? Пока смотрите стрим. Як пахнет. Зеленью. Все еще икаешь, ну ладно. Жесть, вот это ты мегамозг. А я у себя электронный блокнот держу со всякими паролями. Потому что у меня куева туча всяких учеток на разных там сайтах, не сайтах. И все в голове не удержишь, потому что везде все разное записано. И запоминать через браузер не это самое не подойдет, потому что я клинером чищу комп. И он типа из всех учеток выкидывает. Так нарисуй мерч. В чем твоя проблема? Ну, кроме финансов. Блин, тоже хочу мерч. Капец, мы почти. Мы почти. Давай, Нили. Потом как давай им, я отойду на пару минут. Ну, да, его можно настроить, но он все равно, типа, выкидывает из учеток. И там просто этот самый. Когда обратно заходишь, он требует пароли ввести. Ну, я отойду. В секретное белое место. Ну, прикольно. Спалили всю контору. По каким фандомам вы хотите мерч делать? Чё вы, блин, троллите меня? Вы же тоже ходите в такие места. Тролли, блин. Кто, белый друг? Нет. Топой. Блин, прикольно. Я бы, может, купила чего по-трускинчуку.
Там уже вроде еще второй сезон анонсировали. Хотя, правда, когда он выйдет. Ого, даже так. Фига модная. Еще скажи, что она небось мягкая. Сидушка. Пипец, ну все, получается водная. У нас обычно белая. Блин, я на такой сидушке всего один раз в своей жизни сидела, и то в гостях. И это было очень странно, если честно. Так. О, а где? Где ты? Где ты есть? Чё за бред? А где она? Я её потом нарисовала, ну ладно. Блин, а больше тут такого нет. Ладно. Блин, а что ты такое? Глаза. Ладно. Глаза так глаза. Блин. Может тоже теперь мягкую сидушку купить. Что-то озадачила ты нас. Особенно когда зима. Вообще, наверное, кайф. Не, с получки я хочу купить растения домой. Если меня опять же не опередит кто-нибудь из покупателей. Что так прикольно? Да, это Скайрим. Он самый. Капец, у меня сейчас последние дни на постоянке играют вот эти вот 10-часовые лоу-фаи по Скайриму и Майнкрафту. Я вообще больше не такие, больше не слушаю. Ну, сейчас, по крайней мере. И они не надоедают. В следующий раз включу Skyrim таверну. Я забыла название растений, поэтому мне будет проще потом это самое. Я либо загуглю, либо это самое просто уже покажу, как куплю.
Так. Что-то я задумалась тут о своем, извините. Так иди поспи. Чё ты? Мучаешь себя. Ну или поспи прямо на стриме. Так. Сохрани. Это что за песни такие? Ни разу не слышала. Блин, what the fuck? Ты не видишь, это ничего. Ну ладно, не видно. И... Ладно, выключу его пока что. Все, я сейчас, короче, приду через пару минут. Подождите. Алло, я пришла. Я вернулась.
дуловая пшикалка. Ух. Чё, у тебя чат сломался? А я тут булочку украла. Ты бьё. Очень вкусно. Надеюсь, там нет начинки внутри. Возвращение. Куда отходил? Тоже к белому другу. Я не знаю, в чем была проблема. И, кстати, привет тебе, Райден. Сата. Сата Райден. Я по-прежнему не знаю, где у тебя имя, где фамилия. Ну, как ты написал, я все настройки потыкала. И вот, и все. И вот такой звук. Спасибо, спасибо, кот. Я жую вкусную булочку. Правда, пока не знаю, с начинкой она или нет. Так, а ты куда отходил? Вкусно! Опять вкусно. Люблю булочки. Понятно. С облегчением тебя тогда. Ну сейчас меня точно нормально слышно. Не прям, чтоб тихо, чтоб прислушиваться надо. Да, нифига себе, сейчас подожди тогда. Так, микрофон. Ой. Смотри, это фильтры. Это усиление, так, усиление. Вот так вот выключу. Ух, какой кошмар. Так, ну, вроде теперь я погромче звучу, да? Да? Чат. Или вот так вот прям потише сделать. А, хорошо. Капец, спасибо тебе, Райден. Мы наконец-то решили проблему моих ушей. Спасибо, микрофона. Теперь я не вырью уш, назвучу. Ну, точнее, не прям громко, а то я тут фиксирую громкость. А? Чат. И как музыка теперь? Музыку слышно? Капец, видимо, все оглохли и теперь не слышат. Либо у всех резко снимал. Алло! А музыка как? Музыку слышно? Понятно. Музыку слышно? В смысле накопил? У меня новый микрофон вообще-то. Музыки нема. А вот так. Музыка есть? А? Теперь музыка есть? Я не продолжу, пока не услышу ответа. Теперь громко, да что такое? А вот так. Так нормально?
Все, я потише ее сделала. Ну, тогда ладно, вот так оставим в стойке. Наконец-то микрофон починит. О-о-о, наконец-то. Жесть. Райден наш спаситель. Все говорите спасибо Райдену. Кстати, Райден, а ты енот? Или рысь, или кто ты? А то я забыла. Чё ты смеёшься? Чё смешного? Не. Чё смешного? Блин, а как теперь есть булочку? Теперь я стесняюсь, что всё хорошо слышно. Понятно. Спасибо, спасибо. А ты... У тебя же там вдруг енот был. Я забыла, как его зовут. Ты с ним до сих пор дружишь? Или вы рассосались кто куда? А чё так? А почему? Блин, так грустно. Начинали вместе, в итоге рассосались. Эх. Блин, я так рада, что вы микрофон починили. Наконец-то. Ну, сейчас я, наверное, тогда, я не знаю, ну, заливку сделаю, я там, наверное, пойду. А что, ты уже сидеть устал? Блин, из-за того, что мне солнце ярко светит, я не понимаю. Типа я вообще крашу цвет алкашу или нет? Хорошо, понятно. Какая вкусная булочка. Вкусно. Все-таки там нету начинки внутри. Она ни с чем, просто булочка. Сейчас скажу. Слойка Свердловская. Короче, Свердловская слойка. Только булка. Да, вот эти все рисунки мои. И привет тебе, Кэтфэт. Ну, да, она средняя такая мягкая. И, короче, у нее сверху такая шапка непонятная. Она типа очень сладкая, типа из посыпки. Короче, твердая посыпка, я не знаю, как объяснить. А потом тебе ее зафоткаю. Ух. Нет, она без глазури. Просто застывшая посыпка сладкая.
Как у тебя дела, Кэтлет? Как у всех, в принципе, дела? Ух, кушатку готовишь. Прикольно. А что за котлеты делаешь? Кто, кстати, какие котлеты любит? Я вот куриные люблю. А-а-а, буду знать. А что ты тогда готовишь в духовке? Но вопрос про то, какие котлеты любят, все же актуален. Несем картошечка. Ой, булочка появилась. Так. Так, ну это не нормально. Понятно. Ты, короче, у нас всеядный. Ну, есть же, блин, рыбные котлеты, есть куриные котлеты, какие там еще свиные котлеты. Есть, как они, блин, называются, котлетки по-киевски, когда там вообще, по-моему, сырная начинка внутри. Потому и спрашивают, кому какие нравятся. Я просто котлеты по-киевски никогда не ела, поэтому я не знаю, вот. Спасибо, что уточнил. Ну, вы уточнили. Ого, это очень, ну, грустно, конечно, что так получилось у вас, но хорошо, что ты не сдаешься. И что у тебя такие перемены грядут. Сил тебе на них. Может, у нас будет своя маленькая компашка. Где вообще можно урвать котлетки по-киевски, я не пойму. Потому что у нас в городе их не было, в старом. Тут я не знаю, где найти. Блин, нужно обороты с такими...
Блин, ну в заморозках это не то. Заморозки это заморозки. А вот когда они прям вот только вот. Прям когда их только приготовили, наверное, прям нямочка. Ну иди поспи, малая. Не насилуй себя. Ой. Ой. Опять моя внутренняя жаба вырывается. Ведь не то. Ну, надеюсь, что и так нормально будет. Чё там писал? Вот. Нет, ничего не писал. Ну ладно. Надо будет тебя тогда райдер. Вообще поудобнее сяду. В нашу банду затащить в Дискорд. Будешь с нами тусить. Чтоб тебе одному не было грустно. Блин, по-моему, так кто угодно может делать, отрыжки пускать. Просто научиться надо. Я когда мелкая была, тоже умела по собственному желанию отрыжки пускать. Почему из жалости? Это мой старый знакомый. И это самое, мы с ним общались какое-то время, и до сих пор общаемся. Поэтому, типа, если он захочет, то почему бы его к нам не добавить? Может, все сдружимся? Ну я надеюсь, что мы все сдружимся. А то если не сдружимся, будет грустно. Блин, я не знаю почему, но процесс заливки всегда такой сложный для меня.
Ну, это каждому свое, вот, да. Кому что больше нравится делать. Мне зато нравится, когда уже цветом все зальешь, именно вот цвета тень наносить, вот всякие вот эти вот оттенки нравятся. Вот это да, это прикольно. А вот прям подбор цветов, это прям. Блин, помню времена, когда мы сидели в диске и рисовали вдвоем. И я. Было прикольно. Вкусно. Вкусно. Тут на днях там гречка. Надеюсь, не слышно, как я живу. Что будет сложно. Кто мне там пишет? А? Кто мне там пишет? Хватит. А, ну ладно. Как-то покажу тут. Ого, нифига там модная. Надеюсь, тебе удобно игра. Я пишу. Я вижу, что ты пишешь. Ну, у тебя пока же нет этого. Так, подождите, я что-то рассеял с этого компика, чтобы рисовать вместе. А так. А ты, кстати, граф Волшен забрал с собой? Что за бред? Блин, что за бред? Я вижу тут бледно-бирюзовый или голубой цвет, а это типа желтый. Грязно-желтый. Чего, блин? Как это вообще работает? Ой. Да, я помню, что ты рисуешь мышку. Да ё-моё. И кто-то прекрати. Поэтому приходится тыкаться, подбирать цвета. Я не знаю, блин, да, сложно. Это сложно. Я надеюсь, Аки меня не поколотит за это. А тут он вообще зеленый какой-то. Э-э-э.
Джоза, привет. What the fuck? И какой? Да, приближенный такой. Сразу тогда. Что, что такое? Когда ты, кстати, будешь пробовать уже рисовать на планшете графически? Вот. Так вот. И ты там что, опять отошел? Мне кажется, когда у тебя уровень рисования станет получше, вообще не будешь пересаживаться на граф планшет, потому что привыкнешь к мышке. Блин, плечо отсохло. Вот теперь я поняла, что это. Тихо. Это красит стало. Капец, на секунду показал, что у меня стрим упал. Понятно. Интересно, как быстро этот момент поступит. Понятно. Блин, это чё, это рука? Блин, ну да, жопка. Жень. Твич не банит.
Там все равно не заметно. Я не знаю, какого цвета я книги с кем. Где валяется где-то? Наверное, он тоже. А, нет, она в зале валяется с маяком. На диване. Коричневый. Плохо, Дальтон. Я плохо, да. Ну, когда мы жили в старой квартире, она редко в комнату заходила. Хотя почему? А после переезда, ой, ухо зачесалось. Она часто с ним тусить начала. Да мы, в принципе, как-то все вместе стали часто тусить. А то раньше что-то, блин, все по разным углам сидели. Сейчас как-то уютнее, что ли, стало. Я не вижу, я крашу или нет. Что это лазило? Что это такое? Как это теперь разобрать? Нее. Где моя эмоция злости? Нет, не да. Вот. Еще щеки радую. Не понимаю, что здесь нарисовано. Ладно, все, подвинься. Ну, почему не скоро? А когда ты хочешь увидеться? Тебе же еще где-то жить надо. Снять там деньги накопить, да. Блин, ты закрасила. Почему под конец стрима всегда приходят люди? Ну, мы тут уже скоро закончим все. Люди стали приходить. What the fuck? Люди, вы чё? Боты, наверное, по любасу смотрят, да? Блин, ну это же, наверное, так дорого.
Лучше тогда сразу смотреть однокомнатку. Чтоб дешевле выходило. Там один фиг с учетом коммуналки. Наверное, будет выходить 15. Дай бог, чтоб 16 или 15. Да нет, ты чё? Жесть. Вообще, мы, кстати, даже вот планировали, типа, что друзья же стопудово будут приезжать к нам. Вот ты там или еще кто-нибудь. И мы дом планируем купать, землю, что там строить. И вот на оставшуюся территорию, которая будет, мы вот думали либо бассейн замутить, либо как это называется. Короче, отдельный маленький домик там построить. Ну, прям вот. Прям вот комнатушку, что ли, я не знаю. И я не помню, как это называется, для вот как раз гостей приезжих. Поэтому, когда гости будут приезжать, им будет где жить. Не надо никакие квартиры снимать. А по какому порисую? Не знаю, какого цвета ей сделать плюсик. Блин, сейчас подождите пару секунд. Блин, что ты меня ту лист пихаешь? Понятно. Ну вот распугала всех ботов, все боты ушли. Ну, я тоже за бассейн голосовала, но бассейн это слишком дорого. Не то чтобы его построить, а типа воду туда потянуть, построить вот эту вот всю бурду для воды. Что это? А, это шнурок. Поэтому бассейн отменяется. Не. Жесть, как странно. Ну ладно. Да не будем мы голосовать за бассейн. Я же сказала, его дорого поставить. Мы будем устроить пригород. Ну, этот домик для гостей.
страшно внезапно. Понятно. Откушу булочку. Ном-ном-ном-ном. Вкусненько. Так, вкусненько. Почему я у вас булку ассоциируюсь, я не понимаю. Так почему с булкой-то? А? Блин, сейчас будет как с тем пончиком, когда... А, не с пончиком, а с бубликом. Которую я растянула на все то время, когда мы играли в Call of Duty 4. И даже после посиделок я ее не доела. Я буду хохотать. Ясно. Ясно. Спасибо. За то, что ты написал, почему. По ответ на вопрос. Блин, сосису сам уже надо стирать. Да не могу. Тигля там походу уснула в кресле. В смысле, какое именно имя?
по псевдониму или настоящее имя, или чё? А, понятно. Блин, что-то тут все жёлтое. Выглядит вот он тогда. Да нет, я не против. Меня Антоха так называет. И Ваня. Да вообще, блин, по-разному называют. Поэтому я не против. Называйте как хотите. Только не оскорбительно. Ладно, как в Дискорде соберемся, так спросишь.
Чё, какие твои мысли? В смысле? В смысле? А? Капец, нифига, мы уже 3 часа сидим. Вау. Не устали еще сидеть? А, понятно. Жизнь, понятно. Ну, Ванёк что-то смотрит по телеку. А Антоха играет в Лигу... Ой, в Mobile Legends. Вроде. Ну, сейчас он вроде по квартире. Сейчас пару момент. А, ясно. Да. Эй, да ё-моё! Вот. Потерял, блин, вкладку. Так.
Спасибо. Я стараюсь. О, а чё, а куда мы спиёмся? А, вернулся. Блин, ну не получается, сейчас пикаться будем. Я не знаю, как получится это быстрее сделать. Ой. Говорю, не знаю, какого цвета не пледик делать. Да, тигра, походу, отвалилась. Ушел. Ну ничего, посидим, значит, поем. Ничего страшного. Ну, я только что вертела. Тут и так достаточно много похожих цветов. Здесь на улице кто-то ругается. Кошмар. Хорошо. Нет, там взрослые.
Ну и Рафиня, куда отходить? Белому другу, что ли? Ну, может, с непривычки. Кстати, а ты воду покупаешь или из-под крана пьешь? Жесть, наверное, столько денег тратишь на воду. Смотри, только с водой не перебарщивай. Какой классный клет получается. Все, пледик готов. Лео. Красивенький. Блин, из-за того, что тут на холсте столько всего, он так долго сохраняет. Чё злишься? Чё ты злишься? Чё ты злишься? Не злишься. А то я тоже буду злишься. Кто написал? Антошка видос скинул. Наверное, еще не в курсе, что я стримлю. Хорошо.
тут можно в избранное добавлять. Ну, он сидит в телеге. Просто у меня на телеге почему-то эти самые уведомления не приходят, поэтому он мне в ВК отправляет. А, понятно. Буду знать. Блин, значит, не у меня одна такая проблема. Да, подписан. Он не подписан только на блог и на платку. Потому что он и так видит, что рисует постоянно. Поэтому ему не зачем дополнительные группы. А чё? А, нет, да подписано, просто не любитель на стримах сидеть. Никуда чего собирались.
Не особо поняла. Ну, блин, почему он так закрашен? Нет, они не собирались выше. Блин, не туда пикнуло. Офигеть, перебивочек прошли. Ну да, там большая булка. Да я ем просто сама по себе медленно. Куда мне спешить? Кроме тех случаев, когда я очень хочу. А ты что, быстро кушаешь? Ты тоже что так быстро кушаешь? Можешь уже растягивать удовольствие. Не,
не знаю, просто когда я быстро кушаю, у меня может еще живот заболеть почему-то. Ну вот, я аккуратно. Никакой спешки. Сейчас я тут все такие на коже сделаю и пойдем. Надо будет еще кого-нибудь зарейдить. Кто пришел? Привет. Чего? Антошка пришел. Блин, у контейнера. Думаю, это так уже приятно. Можно еще раз сосадочку туда. А? Ну да, пока не помню. Мне уже даже задонатить не успели. Ну, надо дальше налет. Ну, потому что тут топ-донать на. Ну, блин, тогда добавлю потом. Нет, это в UBS настроенная штучка. Я сама ее больше не делала, она не будет так отображать. Антошка пришел. Да, Далер, кот. Да. Больше не понимаю. Ну, кто-то еще смотрит какие-то два челика. Не знаю. Наверное, боты. Мы их так называем. Тебе привет от кота. И тебе я тоже кот привет от него. Не в среду. Во вторник, что ли, получается? Ты его не слышишь, потому что шумоподавление включило. И он сам по себе тихо говорит.
Ну, Сися! Ну, нет. Блин, такая лишняя вас получается. Блин, ну, стиралку придется засунуть. Не прям целиком. А именно только его навычку, что ли? Ну, скидку. Вот. Ну, у него же молния есть. Его можно расстегнуть, вытащить там все содержимое и в стиралку не сунуть. Ой, извиняюсь. Да ё-моё. Смотрит меня так, как будто я и салфетку не дала скинуть. Да нет, не обижал. А если я обижалась, то она очень быстро отходила от этого. Она тоже не любит обижаться, как и я. Блин, мне кажется, это вообще, в принципе, правильно. Типа, походил по духу, всё, пропустил. Всё. Закончили шейк.
Остальное потом уже перешли. Все. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо, что посидели на стриме и со мной поболтали.